всегда мужчинам, всегда тем, кто любит женскую красоту. И, конечно же, я не могу отметить тот факт, что сегодня у нас не только будут носы, на будем, но еще и в зале очаровательные красавицы, которые также могли бы принимать участие в этих конкурсах красоты. Но сегодня, как говорится, будут другие. Ну и, конечно, хотелось бы представить тех людей, благодаря которым выявится та самая леди, та самая мисс Даймонс. Это наша многоуважаемая жюри, и, конечно же, хотелось бы попросить подбор на аплодисменты представить именно этих людей. Итак, друзья.